Ну, как говорится, здравствуйте, господа. Это мы, это Анюша. И я думаю, что это очень важное видео. Очень важное видео, ребят. И не менее грустное. Да, не менее грустное, но что бы ни случилось, вот я вот прямо сейчас, вот говорю прямо сейчас, поставьте видео на паузу, перейдите по ссылочке в описании и подпишитесь, ребята, на мой телеграм. Там вы сможете со мной пообщаться, и там будет весь движ, это на всякий случай, чтобы меня не потерять, потому что, скорее всего, именно там вы сможете меня найти. И мы собрались с Аней здесь не просто так, потому что, как вы уже заметили, по многим блогерам что-то у нас произошло нехорошее, да. И это нас тоже коснулось, даже несмотря на то, что мы не русские блогеры, ну, в плане, что мы не живем в России, мы не живем в Украине, мы живем вообще хрен знает где. Просто нам так повезло, что у нас наши зрители, в основном 70% состоят из россиян. Да. И так уж сложилось, что YouTube сделал вот такую нам небольшую подляночку о том, что для всех для всех россиян, точнее, на территории России не будет показываться реклама. Ну, для тех, кто не понимает, я немного поясню, для чего вообще, в принципе, как на нас влияет эта реклама. Вообще, в принципе, ну, наш вот этот вот прогресс, процесс создания видео на самом деле не сильно легкий. И я вам скажу, далеко не самый легкий, я бы даже сказал, очень сложный. И это далеко уже для нас не просто какое-то хобби, а прям полноценная работа. Других работ у нас нет, мы не работаем на заводе и в выходные не работаем на ютубе, нет, мы именно работаем на ютубе, и вот эта монетизация, да, которую вы видите, эти рекламы, это наш единственный доход. Как вы видите, на моем канале очень мало какой-нибудь рекламы, либо еще что-то, я практически ничего не рекламирую, только вот если там один раз, по-моему, или два раза я прорекламировал какую-то технику, которая реально крутая, которой я сам пользуюсь, но сейчас рекламы абсолютно практически нет, и, в принципе, денег мы абсолютно ноль получаем с канала. И я сразу вас предупрежу, мы каналы не бросаем. Но будет немного реже выходить видосы, потому что мы сейчас с Аней идем немного на другом направлении. Мы уже открыли новый проект, уже будем там делать контент годный, контент серьезный. И, в принципе, как на моем канале, так и на канале Ани будет то же самое. Вот ты, не знаю, что расскажи по зрителям-то своим тоже. Потому что, скорее всего, это видео выйдет на наших каналах двух. Если честно, я не знаю, что сказать. Я немножко в таком опечаленном настроении. Мне немножко грустно, что мы теперь будем намного реже с вами общаться. Да, я всегда читаю все ваши комментарии. И почему намного реже? Ну, будем в Телеграме общаться. Ну, в Телеграме это да, но я имею в виду, что обычно видео выходит каждый день у меня на канале, и вы всегда пишете там комментарии, я все читаю, на некоторые комментарии даже отвечаю. И сейчас этого не будет, и это немножко грустно. И самое грустное то, что мы уходим, да, ну, не уходим, да, а сокращаем, наверное, наше видео. И это немножко грустно из-за того, что это даже не по причине, не по нашей вине. Да, ну мы не то чтобы прям сокращаем, но видео будут выходить, но будут выходить, ну, гораздо реже, чем сейчас. Возможно, да. Я не знаю, 1, 2, 3 видео в неделю будут выходить, да. Но останется все точно так же, как и, ну, в принципе, и оставалось. А что за проекты? Ну, тут, я думаю, можно сразу догадаться, что это англоязычные каналы, потому что мы знаем английский, нам никаких проблем с этим нет, и мы решили немножечко попробовать себя в этой сфере, посмотреть, пощупать, как что. А вы в Телеграме узнаете, что за канал, вы можете туда будет заходить, смотреть, все. Там будут все новости. Ну, еще одна новость у нас, то, что мы с Аней, скорее всего, уезжаем из Польши. Пока еще не скажу, куда. Но потому что мы еще не уверены на 100%, что мы уедем, но, возможно, так и будет. И мы уедем очень далеко мы уедем просто. По поводу каналов вы можете не переживать, ребята, видео будут выходить и будет все хорошо. А по поводу того, куда мы будем переезжать, это все в Телеграме увидите, да. Там вся информация будет, поэтому если вы не хотите нас потерять, потому что там и Аня будет, и я буду, да, мы будем там вдвоем публиковать что-то. Поэтому ссылочка на Телеграм, ребята, в описании, заходите. Мы там будем общаться с вами, мы там будем с вами вести какие-то беседы, это очень важно, просто вот сверхважно, поэтому каждого там жду, потому что я же люблю своих подписчиков, правильно? Что касается другой ситуации, да, которая сейчас в мире происходит, она нас тоже коснулась, ну, лично меня, потому что мои родители живут в Украине,
как ни странно, да, вот такой вот, как это называется, камин-аут. Вот, да. Я думаю, это видео разъяснит и даст ответы на многие ваши вопросы, потому что я... Настолько все быстро происходило, что я просто... Мы не могли снять это видео раньше, потому что мы обдумывали, что, как и как все будет дальше. И когда у нас уже картинка сложилась, мы уже с вами без проблем можем, ну, поделиться с вами своими какими-то в форме подкаста вещами. Поэтому, господа мои хорошие, вот так вот мы и живем. Вы все знаете, кстати, что у меня несколько каналов. То, что у меня вот этот канал Брайс, канал по Геншину тоже Брайс Геншин. И все абсолютно идентично. Что там будет выходить очень мало видео, они будут очень редко, потому что, ну, нет смысла тратить огромное количество времени, как мы делали это раньше, за бесплатно. Не потому, что нам это не нравится, нет, потому что это огромное время, которое мы тратим, и мы не получаем с этого ничего. Поэтому ребята, которые писали, что кто-то делает это как хобби, ну, это круто. Что кто-то делает это как хобби и, наверное, ходит на работу, но, к сожалению или к счастью, YouTube наш основной заработок, поэтому... Дело в том, что мы работаем в команде, у меня есть люди, которые мне помогают, с которыми я плачу зарплаты, и когда вот это все произошло, естественно, я им не могу оплатить, не могу им заплатить, потому что у меня были монтажеры, которым я платил, да, у меня были дизайнеры, которые я платил. Сейчас этого всего, ну, мне нечем им платить, вот, в этом плане, и поэтому мы... Все, грубо говоря, обнуляем и делаем все по новой. Ну и в Телеграме вы узнаете все абсолютно новости, которые нас касаются, если вам интересно. Поэтому всех ждем. Ссылочка, ребята, в описании на мою телегу. Я уже устал ее рекламировать, если честно. В общем, всем удачи. Пока.